Свое знакомство с Республикой Корея большинство приезжающих в эту страну начинают с Сеула. И по совету местных жителей они в первую очередь отправляются туда, где можно быстро и в полной мере ощутить особенности местного колорита. А это самая популярная улица в Сеуле. Называется она Мёндон. Своим разнообразием она привлекает толпы туристов. И идут они сюда преимущественно за едой. Креветки в кляре и на палочке, улитки вареные и жареные. Все блюда готовятся тут же, в присутствии прохожих. Корейская еда очень острая. В этом ее прелесть. Она мне нравится. Все блюда здесь очень вкусные. Практически во все блюда добавляются красный перец, чеснок и лук. Но острота не всегда была присуща корейской кухне. Перцем на корейском полуострове стали пользоваться лишь в 16 веке, когда его привезли из Южной Америки. Специи позволяли продуктам дольше оставаться свежими и поэтому быстро завоевали популярность среди простого населения. На корейском столе всегда стоят 5-6 разнообразных закусок. Самая популярная из них – кимчи. Без нее не обходится ни одна трапеза. Готовится эта закуска так. Пекинскую капусту помещают в соус из чеснока, лука, красного перца и оставляют на несколько дней, чтобы она впитала в себя все специи и приобрела ярко-красный оттенок. Кимчи можно добавлять в супы, подавать со свининой и даже с блинами. Эта закуска настолько популярна, что каждый год в Корее проводится фестиваль кимчи. У сладкоежек большим спросом пользуются вот эти пирожные water cake. Ведь от такого десерта не поправишься. Мёндон – главная торговая часть Сеула. Каких только магазинов здесь нет. От крохотных лавочек с ширпотребом до торговых центров, где торгуют товарами мировых брендов. То же самое можно сказать про цены, разброс которых позволяет стать покупателем человеку с практически любым достатком. Говорят, что Мёндон – это Корея торговая. Она не прогибается под туристический спрос и не похожа на те места, где ждут исключительно путешественников-иностранцев. Здесь царит динамичный и насыщенный дух сеульской жизни. Но особой популярностью пользуется магазин персонажей из социальной сети «Какао-ток». В Корее у нас существует всеизвестный корейский чат, как по подобию WhatsApp. Там есть персонажи с разными эмоциями, которые можете увидеть через игрушки. И эти символы существуют в этих чатах, в которых переписывают все корейцы. В Республике Корея программой «Какао-ток» пользуются 93% владельцев смартфонов. Эта программа позволяет бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями и бесплатно звонить. Можно сказать, что для большинства корейцев этот сервис стал неотъемлемой частью их жизни.
Изначально главным персонажем какао-чат был Мишка. Зовут его Лайн. Позже к нему присоединились такие зверюшки, как собачка, утята и другие. Любопытно, что молодые пары порой заходят в этот магазин лишь для того, чтобы при помощи игрушек выразить друг другу свои чувства. Сегодня, по сути, программа «Какао-ток» породила целую индустрию общения, развлечений и очень прибыльной торговли в масштабах всей страны. И яркое тому подтверждение – такой магазин на главной улице Сеула. Камсахамнида. В переводе с корейского «спасибо». Именно это слово в первый день пребывания в стране заучивают те, кто сюда приезжает со всего мира. И для многих гостеприимными гидами становятся сотрудники Корейской культурно-информационной службы КОСИС. Наша служба КОСИС была создана в 1971 году для того, чтобы информировать о традициях, культуре и политике страны. Мы подчиняемся Министерству культуры, спорта и туризма. КОСИС основал корейские информационные культурные центры в 40 городах мира, в том числе в Москве. Также мы проводим пресс-туры для того, чтобы журналисты потом давали правдивую информацию о Корее за рубежом. В последние годы отмечается рост взаимного интереса россиян и корейцев к культурно-историческому достоянию друг друга. Этому в немалой степени способствует введение с 1 января 2014 года безвизового режима для граждан двух стран. Чтобы наши народы лучше понимали друг друга, очень важно расширять гуманитарные связи. Вот почему корейское посольство делает ставку на организацию различных культурных мероприятий. При помощи Корейского культурного центра в Москве мы проводим традиционные весенние и осенние фестивали. В рамках этих действий организуем кинофестиваль и концерт. Кроме того, знакомим граждан вашей страны с корейской кухней. С приходом президента Мун Чжин Ина начала проводиться так называемая «северная экономическая политика». Она направлена на расширение сотрудничества со странами, которые находятся на севере от Республики Корея, и в первую очередь с Россией.
Отношения между Республикой Корея и Россией обладают большим потенциалом для плодотворного развития, и наша политика вписывается в общую линию, которую развивает в рамках своей новой восточной политики президент России Владимир Путин. Если в 2016 году Республику Корея посетило около 200 тысяч российских туристов, то в ближайшее время, как считают власти этой страны, они ожидают резкого увеличения турпотока из России примерно до 1 миллиона человек ежегодно. Железные дороги – один из самых удобных способов познакомиться с Республикой Корея. Здесь их существует 4 вида, в зависимости от того, сколько остановок делает поезд. Самый дорогой вид – экспресс-магистраль. Она открылась в 2014 году и сразу завоевала любовь корейцев. Скорость поезда по специальному железнодорожному полотну достигает 300 км в час. Это сравнимо со скоростью небольшого винтового самолета. Вокзал связывает столицу с 26 городами Кореи. Самое популярное направление – город Пусан. Вообще же общая проходимость Сеульского вокзала составляет 100 тысяч человек в день. И, судя по очереди, это вполне реально. Купить билет можно двумя способами – в кассе или через терминал. Меню очень доступное. Через терминал вы можете купить билет или даже вернуть его. Если человек зарегистрирован на сайте нашей корпорации, он приобретает билет онлайн за месяц до выезда. Кроме того, пассажиры могут копить мили, как в авиакомпаниях. Приятный бонус железнодорожного сообщения. В поездах есть стандартные и VIP-вагоны. В бизнес-классе установлены передвижные кресла. Это позволяет удобно организовывать деловые переговоры. Основное отличие сеульских вагонов в том, что здесь можно купить билеты не только сидячие, но и стоячие. То есть в этом поезде вы можете проехать до Пусана стоя. Правда, до далекого по местным меркам Пусана придется стоять 2,5 часа. Но это не пугает корейцев, ведь стоячий билет гораздо дешевле. А этот монумент на платформе – прекрасная подсказка для туристов. Здесь обозначен нулевой километр, от которого до северокорейского Пхеньяна всего 260 километров. А вот до местного Мокпхо – более 400. Стоит отметить, что Корея входит в число самых высокотехнологичных стран в области скоростных железнодорожных перевозок. В этой классификации она занимает 4-е место в мире после Японии, Франции и Китая. Республика Корея сегодня становится одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с которым у нас традиционно поддерживаются тесные и взаимовыгодные экономические связи.
Хотел бы подчеркнуть, что по итогам прошедшего года товарооборот между нашими странами составил около 19 миллиардов долларов. Это более чем на 40% превышает показатели 2016 года. На прошедшем в сентябре 2017 года Восточном экономическом форуме президент Республики Корея Мун Чжэ Ин озвучил новую инициативу «9 мостов развития». Она должна принципиально изменить наши отношения. Мы очень хотели бы заключить соглашение о свободе торговли. Это будет способствовать активизации торговых контактов между регионами Республики Корея и России. Развитие железнодорожного сообщения – одна из важных задач сотрудничества России и Республики Корея в рамках проекта «9 мостов развития». Что очень важно, частью такого транспортного проекта, и не только железнодорожного, может стать КНДР. Нужно постепенно втягивать Северную Корею в сотрудничество в регионе. И у России есть конкретные предложения. Все об этом знают. Совместная дорога, проходящая через, связывающая Транссиб и корейские железные дороги через Северную Корею. Трубопроводный транспорт, освоение портов в Северной Корее. Я хотел бы, чтобы наша железная дорога через Северную Корею была соединена с Транссибом. И на поезде, который отправится из Пусана, можно было бы доехать до Европы. И чтобы российский газ через Северную Корею, через газопровод, мог быть доставлен до нашей страны. Я хочу видеть будущее именно таким. Перспективы выгодного экономического сотрудничества КНДР с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, по мнению президентов России и Республики Корея, позволят значительно снизить политическую напряженность на Корейском полуострове. Если бы нам удалось договориться с Северной Кореей и с Республикой Корея, соединить Корейскую железную дорогу, Транссиб России, выйти потом, мы вот планируем мост построить на Сахалин, выйти потом соединить Сахалин и Хоккайдо. Вы понимаете, вот это вещи абсолютно планетарного характера, которые могут привести к определенным значительным изменениям инфраструктуры, энергетики и работы в сфере высоких технологий. Важным направлением в ближайшее время должно стать сотрудничество России и Республики Корея в электроэнергетике. Это тоже часть проекта «9 мостов развития». Как вы знаете, европейские страны соединены единой сетью электропередачи. К сожалению, государства Северо-Восточной Азии в этом плане изолированы друг от друга. А ведь доступная по цене электроэнергия из России вполне могла бы поставляться в другие азиатские государства. Это будет только способствовать процветанию наших стран. При этом как Россия, так и Республика Корея предлагают перейти от двустороннего к многостороннему международному сотрудничеству в области энергетики. Вот президент Кореи упомянул об одном из таких возможных проектов. Это энергетическое кольцо региональное. Это крупномасштабный, очень интересный, мощный проект, который затронет все страны региона. Россию, Китай, Республику Корея, Северную Корею, Японию. С учетом роста потребности региона в энергопотреблении. Это то, что может быть реально локомотивом. Я думаю, что совместные проекты в электроэнергетике помогут расширить сотрудничество и в других сферах. Для стран Северо-Восточной Азии это будет очень выгодно. Как президент, я буду оказывать всяческое содействие таким проектам.
Инициатива «9 мостов развития», которую предложил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и поддержал лидер России Владимир Путин, позволит, наконец-то, избавиться от застарелой проблемы в отношениях наших стран, когда политическая часть диалога плохо координировалась с экономической. Корейская сторона прилагает максимум усилий, чтобы к 2020 году товарооборот между нашими странами увеличился до 30 миллиардов долларов. Российско-корейские отношения развиваются по нарастающей, и Корея может стать важнейшим местом экономической интеграции России в азиатском регионе. Тэгу – четвертый по величине город в Южной Корее после Сеула, Пусана и Инчхона. С 4 по 6 апреля 2018 года здесь в 15-й раз проходила крупнейшая энергетическая выставка Green Energy Expo. Данное событие, согласно международной классификации Photon International Magazine, входит в десятку лучших коммерческих ярмарок мира. В этом году было представлено 280 предприятий из 32 стран, в том числе из России. Россия имеет богатые энергетические ресурсы – нефть и природный газ. Но мы знаем, что россиян очень интересует корейское оборудование, которое работает на основе возобновляемых источников энергии. Их еще называют «green energy». Основным видом Green Energy, так называемой «зеленой энергии», считается использование потенциала возобновляемых природных источников – ветер, солнечный свет, приливы, дождь, геотермальная энергия. Использование таких альтернативных ресурсов выгодно и экологически безвредно. Корейское правительство собирается сократить использование угля, расширяется применение природного газа. И тут мы особенно надеемся на Россию. А в общем, в Республике Корея планируется до 2030 года увеличить долю возобновляемой энергии до 20%. В Корее стремительно развивается производство таких электромобилей. Сегодня их насчитывается 36 тысяч штук. Специально для них сооружают вот такие заправочные энергостанции. Для владельцев авто разработаны мобильные приложения, которые помогают найти свободную заправку. Сама же зарядка электрокара занимает 3-4 часа, но можно воспользоваться экспресс-методом и потратить всего полчаса. Полная зарядка стоит около 3 долларов. При благоприятных условиях ее хватит на 100 километров. Все зависит от времени года. Власти Кореи разместили 30 тысяч стандартных станций подзарядки на территории 4 тысяч жилых комплексов в стране, а также обязали торговые центры устанавливать станции подзарядки электромобилей на своей территории. Все электрозаправки Южной Кореи соединены в единую сеть. Их состояние отображается на этой карте. Аппараты для заправки настроены на использование 220 вольт и 50 Гц. Отсюда мы контролируем, чтобы все параметры сохранялись на должном уровне. Энергетическая компания «Кепка» была основана в 1961 году. Это крупнейший дистрибьютор электроэнергии в Республике Корея. Мы занимаемся тем, что собираем электроэнергию от различных источников – тепловых, атомных, солнечных и ветряных станций. И затем поставляем энергию в домохозяйства, на заводы, сельскохозяйственные предприятия, заправочные станции.
Корейское электричество стоит дешево. Средняя розничная стоимость киловатт-часа в Республике Корея составляет 50% от того, во сколько он обходится, например, жителям Франции, Германии или Японии. Неудивительно, что многие японские фирмы в последнее время предпочитают выводить свои энергоемкие производства в Республику Корея. Высокотехнологичная ферма южнокорейской фирмы Нейр находится примерно в сотне километров от Сеула, рядом с городом Седжон. Эта фирма создала компьютерную технологию полного цикла для выращивания урожая при минимальном участии в процессе человека. Фермеры могут контролировать свой урожай дистанционно через приложение. На улице палит солнце, поэтому самое время закрыть теплицу. Программа строит свою работу при помощи комплексной системы датчиков. Они монтируются рядом с каждым растением на всем протяжении внутреннего пространства парника. Посадки растут не в почвенном слое, а в мелко наструганной кожуре кокосового ореха. Специалисты фирмы считают, что любая земля содержит в себе слишком много микроорганизмов, способных повредить всходы. Каждому кустику помидора на опытной делянке подведена трубочка с водой. Подача всех питательных веществ производится автоматически. Также автоматически регулируется направление обдува вентиляторами каждого листа. Если что-то пошло не так, подается тревожный сигнал оператору. При этом система тут же проводит диагностику нарушения режима и выводит на экран компьютера следящего центра или удаленно на смартфон владельца всю информацию о нештатной ситуации. Важно и то, что автоматизация процесса приводит к минимальному потреблению ресурсов, что резко повышает рентабельность. Нередко покупатель требует, чтобы система работала на солнечных батареях, поэтому общая конфигурация продукта учитывает и такую возможность. Подобные разработки существуют только в Голландии, но там они дороже. Компания Нейр продает свою технологию даже в Израиле. А ведь он, как всем хорошо известно, отличается очень высоким уровнем IT-технологий. Мало кто из гостей, да и жителей Сеула, знает, что под этой центральной площадью рядом с мэрией находится уникальный комплекс – подземный центр транспорта и информации ТОПИС. Мы находимся с вами в главном зале Святая Святых ТОПИС. ТОПИС – это система транспортного управления города Сеул. И не только транспортного, но в том числе и МЧС. А также система борьбы со стихийными бедствиями и военной угрозой. За моей спиной экраны, при помощи которых операторы ТОПИС могут не просто контролировать, а управлять всей системой.
Например, центр позволяет в режиме реального времени отслеживать маршруты всех автобусов. Их в Сеуле более 8 тысяч. Рассчитывается график движения, и пассажирам сообщается о времени подхода транспорта к остановке. Наша самая главная задача – безопасность жителей Сеула, чтобы происходило как можно меньше несчастных случаев. И, конечно, подобные технологии помогают более рационально использовать городской бюджет. У этого высокотехнологичного комплекса двойной функционал. В военное время или в случае стихийных бедствий операторы центра в этом зале смогут работать по командам, которые будут поступать по прямому проводу из бункера президента. Работающие здесь специалисты способны выполнять любые задачи по противодействию противнику или организации гражданской обороны. Наша система ТОПИС начала создаваться в 1998 году. Постепенно она совершенствовалась. И в конце концов мы объединили все органы управления транспортными потоками в одном центре. Это позволило сэкономить около миллиарда вон. В Сеуле и его пригородах проживает более 23 миллионов человек. Для слежения за транспортом задействовано 817 камер, позволяющих фиксировать любые нарушения правил дорожного движения. Кроме того, слепые зоны, не оборудованные стационарными средствами слежения, контролируются беспилотными летательными аппаратами или патрульными машинами. В общей сложности, помимо дорожных камер, в городе установлено 30 тысяч устройств, призванных помочь полиции в предотвращении правонарушений и преступлений. К услугам нашего центра обратились власти Санкт-Петербурга. Аналогичное программное обеспечение будет внедряться в этом городе, чтобы избежать пробок. Кроме того, мы ведем переговоры с правительством Москвы. Система ТОПИС уже успешно работает в Улан-Баторе и Пекине. Страна утренней свежести, как порой зовут Республику Корея, славится своими лечебными косметическими продуктами. Почетное место среди них занимает улиточный крем. Он и морщины сглаживает, и шрамы убирает, и цвет лица улучшает. Волшебство, да и только. О целебных свойствах слизи моллюсков узнали еще в начале 20 века, когда на ферме по выращиванию улиток заметили удивительную белизну и гладкость кожи рук рабочих. Это открытие привело к масштабному исследованию, в результате которого и получили уникальный крем на основе улиточного белка – муцина. Впервые новое косметическое средство представили в конце 20 века. И сегодня ежегодно люди покупают кремы на десятки миллиардов долларов. Улиток помещают в емкости, где поддерживается высокая температура. Она не наносит вреда моллюскам, а является для них чем-то вроде бани. Выделенную слизь, из которой потом получают белок муцин, собирают с помощью большого количества воды, а затем фильтруют и очищают. Причем моллюскам не наносят никаких физических увечий. Этот центр новейших технологий в Республике Корея называют музеем будущего. В нашем музее посетителям демонстрируют объекты из близкого и далекого будущего.
Например, вот этот автомобиль, где функции водителя берет на себя робот, а человеку отводится роль контролера. Мы находимся в корейском центре новейших технологий ТИОМ, где первый этаж посвящен разработкам настоящего времени, ну а второй этаж полностью посвящен технологиям будущего, где Земля находится под водой. Заглянуть в более далекое будущее, а точнее в 2047 год, здесь предлагают из кабины космического корабля, который, подобно профессиональному летному тренажеру, полностью имитирует 3D-реальность. Гости как бы перемещаются вглубь океана по прозрачной вакуумной трубе со скоростью 1300 км в час. К примеру, на этом фантастическом корабле можно долететь из Сеула до Пусана и обратно за 15 минут. В виртуальном путешествии посетители музея становятся свидетелями глобального потепления на Земле, торнадо и землетрясений. Музей был открыт в 1984 году. Его главная задача – показать, как будет выглядеть мир через полвека. Большое внимание в музее уделяется теме медицины. Например, в будущем даже ребенок сможет с помощью 3D-принтера восстановить кость пострадавшего человека. А вот так будут выглядеть капсулы здоровья, в которых станут ремонтировать человеческий организм. В другом зале обсуждаются глобальные темы спасения планеты. Голограммные фантомы государственных лидеров из разных стран решают, как бороться с астероидной атакой, угрожающей Земле. И, судя по всему, без посетителей музея тут никак не обойтись. Ну вот, наша планета и спасена. Гости возвращаются в реальность. А эта новейшая разработка компании ТИОМ придется по душе домохозяйкам. Ведь на этой кухне они просто нажимают на кнопки и делегируют всю свою работу искусственному интеллекту. Любая женщина наверняка задержится у кабины по продаже сумочек и туфель с компьютерной демонстрацией. Перед потенциальной покупательницей голограмма желаемого приобретения. Понравившуюся вещь можно рассмотреть в деталях, а после купить. В общем, южнокорейские инженеры создают инновационную технику, которая еще вчера считалась плодом воображения научных фантастов. Республика Корея сегодня одна из лидеров мирового судостроения. Причем местные компании имеют сильную государственную поддержку. И в последнее время крупнейшие корейские судостроительные компании стали тесно сотрудничать с Россией. У нас такое очень важное направление, как кораблестроение. Мы не только размещаем заказы, 15 судов ледового класса, но мы и вместе с корейскими друзьями нашими, мы строим фактически новое предприятие, завод «Звезда» на Дальнем Востоке. Это такая специализированная ветка и направление сотрудничества. Синергия наших усилий даст хороший результат для всех, потому что все заинтересованы в получении этих энергоресурсов. Остров Каджеда находится на самом юге Республики Кореи. Кстати, недалеко от него в мае 1905 года состоялась Цусимская битва.
На российском Дальнем Востоке этот остров давно хорошо знают. На его верфи регулярно заходят для ремонта российские промысловые корабли. Судостроение в Корее берет свое начало в 15 веке, когда адмирал Ли Сун Син построил первый военный корабль «Черепаха», обшитый металлическим листом. Первое металлическое судно. Вплоть до конца 20 века корейские предприятия строили малотоннажные и рыболовные корабли. Сейчас же мы наблюдаем новую эру судостроения. Южнокорейская судостроительная верфь ДСМЕ в городке Окпадонг начала свою работу в 1981 году и за прошедшее время построила около 1400 судов. Предприятие входит в четверку крупнейших в мире в своем классе. Секрет нашего успеха – это индивидуальное отношение к каждому заказчику. Мы стремимся полностью учесть все требования клиента. Кроме того, предоставляем полный цикл послепродажной поддержки, включая ремонт любого уровня сложности. Все операции выполняются четко в оговоренный срок. В корпорации ДСМЕ трудится 30 тысяч человек, а ее годовой оборот составляет 8 миллиардов долларов. Доля корпорации – это 30% объема всего мирового судостроительного рынка. Особенность данной судоверфи – возможность строительства сверхкрупных контейнеровозов и плавучих заводов по производству сжиженного газа, а также газовозов. Мы возлагаем большие надежды на активное сотрудничество с Россией в таких проектах, как Ямал-СПГ и освоение Северного морского пути. Северный морской путь – кратчайший маршрут между Европой и Азией. Он почти на 40% сокращает расстояние для перевозки грузов с востока на запад и обратно. За моей спиной газовоз СПГ ледового класса. Это специальный российский заказ для Кореи. Их насчитывается 15 штук. Цена одного такого корабля составляет 300 миллионов долларов. Газовозы способны проходить по ледовым полям толщиной до 1,5 метра. Контракт для России должен быть реализован до 2020 года. С российской стороны в подобных проектах очень заинтересованы «Газпром», «Роснефть» и «Новатек», которые нуждаются в расширении танкерного флота. Очень важно построение взаимовыгодных отношений в проекте «Северный морской путь», как, впрочем, и кооперация на всю глубину сотрудничества в области морских перевозок. Это имеет первостепенное значение. Одновременно с руководством и бизнесменами Республики Корея обсуждается проект создания контейнерной линии на базе Северного морского пути. Вместе с развитием Северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов, все это позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира.
Чоннамгу – один из наиболее густонаселенных на юго-востоке Сеула. Это самое фешенебельное место в Корее. Здесь базируются крупнейшие продюсерские центры и организации, которые занимаются шоу-бизнесом. С билбордов, плакатов и журналов звезды призывают изменить внешность. Неудивительно, ведь в Корее наблюдается бум пластической хирургии. К услугам таких докторов прибегает каждый второй житель страны. В стране даже есть популярное реалити-шоу «Let Me In». Его главные герои – это люди с физическими недостатками, которым помогают пластические хирурги из ID Hospital. Чоннамгу находится более 500 клиник пластической хирургии, но лишь одна имеет престижный статус госпиталя. Она расположена в 16-этажном здании недалеко от станции метро Цинса. В ID Hospital работают 38 пластических хирургов. Они проводят более 10 тысяч операций в год. Специалисты преображают не только звезд телешоу, но и обычных людей. На каждом этаже госпиталя находится 15 вот таких вот палат. Здесь пациент проходит реабилитацию. Длится она максимум 2-3 дня. После этого человек может вести обычную жизнь. Нужно только спустя неделю прийти на итоговую консультацию. Пластическая хирургия постоянно совершенствуется. Благодаря новейшим технологиям и оборудованию процедуры сейчас менее болезненные, чем раньше, и уже почти не оставляют шрамов и рубцов. В Корее пластическая операция начинается с 16 лет. Да, в основном начинается с блефаропластики, потом проводится ринопластика, контурная пластика лица и так далее. ID Hospital начинает завоевывать расположение и у россиян. Только в прошлом году его посетили более 100 пациентов из нашей страны. Люди узнают о нас через интернет и приезжают. Так, 10 лет назад к нам начали обращаться пациенты из Китая, Японии, Таиланда. Сейчас к ним присоединились жители России, европейских стран и даже есть клиенты из Африки. Не секрет, что многие граждане России отправляются в Республику Корея для того, чтобы подлечиться. Ведь хорошо известно, что в здешних клиниках самый высокий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами и суперсовременным оборудованием. Последние 10 лет медицинские технологии в нашей стране успешно развивались. Мы даже опережаем в этом плане американцев. И благодаря развитию медицины сегодня продолжительность жизни в Корее достигла 80 лет. В скором времени наши граждане смогут получить помощь знаменитых корейских врачей уже в России. Наши страны сотрудничают в области медицины. Например, в инновационном центре Сколково, где создан международный медицинский кластер, планируется открыть крупнейшую корейскую поликлинику. Надо честно сказать, что в прошлые годы мы мало уделяли внимания гуманитарному сотрудничеству. И только в последнее время оно активизировалось. Уверен, что в дальнейшем Россия и Корея будут очень тесно взаимодействовать на качественно новом уровне. И телеканал «Большая Азия» сыграет в этом большую роль.